Окей, давайте посмотрим на то, что получится. Это вход и папа, друзья. Когда смотришь на такие танцы, понимаешь на самом деле, как это круто, да, быть свободным, двигаться со всеми в одном ритме. Да. Вот Сережа меня понимает. А давайте узнаем у нашего судьи, чье понимание музыки, танца, момента было лучше, чуть лучше. Давай. Потому что ребята действительно классно танцевали, давайте поаплодируем за это. Классные танцоры собрались сегодня. В лагере «Дзержинец». Ваня, давай свое веское и решительное. Раз, два, три. Дальше проходит джакузи.